Друзья, настал май, и в эти теплые весенние дни, когда весь народ в едином порыве, так сказать, делает всякие там маевки, шашлыки, мы будем делать что? Жигулевское. Забытый вкус. Все по тем же самым канонам и рецептам, которые я делал еще в домашнем пивоварении, но немножко адаптированы под 300 литров нашей новенькой пивоварни. Все те же паузы, все те же ингредиенты, то есть венский солод и 15% ячменя несоложенного. Хмель только жатецкий. Все в тех же пропорциях, абсолютно все то же самое. Короче, Склифосовский. Тебе не интересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Первый забытый вкус ушел на ура, поэтому, а мы забыли его снять планомерно. Сейчас восстанавливаем справедливость и будем снимать этот процесс. Ну и помогать людям потреблять шашлык. Водили хоровод около реки, две деревни полыхнули, как фонарики. Съездили на шашлыки. Потому что люди стонут, стонут без жигулевского. Шашлыки не идут в горло. Точно. Водичка, водичка. 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 Отливаем ровно 100 литров для нашей первой отварки на первую паузу 54 градуса. Ой, классно. Ячечка несоложенная. Аккуратно, равномерно вливаем. И оно практически само размешивается. Весло в самый последний момент пойдет уже. Теперь наш венский солод пошел. Куда он пошел? Ух, запах сразу такой. Чтоб у нас даже в помине комков не было. А теперь, что нам надо сделать срочно? Замерить pH нашего затора. Отличный pH. Все очень хорошо. 5,3 нас вот так вот устраивает. Жигули же это гора или даже горы. Горы. Горы Жигули. Есть Жигулевки вулкан. Пойдем покажу. Оп. Вот такая отварочка. Мне тут говорили. Как же отварка, это же всякие танины, и выделяется с оболочек солода, и горечь пойдет жуткая в пиво. Танины выделяются, да, все логично, но также выделяются белки. И они сразу же связываются с белками и коагулируются. Танинно-белковые комплексы выпадают в осадок, и мы убиваем сразу двух зайцев. Но нет. Вытягиваем излишнюю горечь и терпкость из оболочек солода. Они сразу связываются с белками, они коагулируются и остаются в дробине. И когда мы будем фильтровать, эти белково-дубильные комплексы останутся в дробине и не попадут в сусло. И при кипении у нас будет намного меньше бруха. Это же ведь очень и очень. Получаться. То есть пиво будет более чистый вкус и меньше бруха будет. Вот такой плюс отварочек. Только это. Никому. 20 минут отварочка
кипит, и начинаем заливать основной наш бак. Для основного затора пойдет первая пауза, и как раз докипит отварочка, и первой отварочкой сразу же поднимем температуру до следующей. Пошла жара. У нас здесь вся природа вместе взятая. Вулканы, водопады, гейзеры, прямо облака вон падают там. Ну, вот. Ай, какая вода, посмотрите, какая вода идеальная, кристальная, прозрачная, просто невероятно чистая и вкусная вода. Потому что что? Это база, это основа, это надо pH замерить. Долго, смотри. 7,2. Очень хороший pH воды. Для обычной воды это вот такой показатель. Я так думаю. Так что что? Мы его будем закислять. Нам надо 5,2. Вода для основного затора подготовлена, 52 градуса, первая пауза. pH мы помним какой. А сейчас посмотрим при внесении солода, как понизится pH. Насколько? Эксперимент. Такой, внимание, бум-бум-бум, эксперимент. Кислотой 20 грамм. Концентрированной молочной кислоты делают чудеса. Дешево, надежно и практично. Основная рубрика нашей программы — перекачка отварки. Эх, бурлят, куда они денутся. Так. Так. Слышим просто водопад. Значит, что? Значит, у нас пошла перекачка затора отварочного в основной. А хрен там что увидишь. Да, по стеночке тоже видно, что начал опускаться. Это хорошо. Как сказали бы наши братья в Латвии или в Литве, ну вообще в любой из стран Латинской Америки. Это хорошо. Все, в отварочном пустота, а в основном наоборот полнота. Сразу же начнем перекачивать. А температура у нас основного затора 63 градуса плюс-минус. Идеальненько, которая нам и нужна. И перекачиваем. Опа!
оттуда перекатывается сюда, наполняется, наполняется, варится будет, все такая вторая отварка, такая, короче, пиво будет. Во! Виктор, а ты таблетки потерялся? Нет еще. Я ж курс, ты что, забыл? А, блин, да, то что-то, да, такой. Иди. Да, таблетки, помню. Все, закипело. Будем перекачивать. Потом покажем фильтрацию, шмильтрацию, хотя это не очень интересно. Потом брожение. Тоже кому-то интересно, кому-то не интересно. А потом дегустацион будет. Надеюсь, опять переместимся куда-то, уйдем, потому что все вообще по канонам ГОСТа 78 года. Все, фильтрацион. Сейчас начинается фильтрация, так что передаю свои полномочия гранд-фильтрацион мастеру. А, здравствуйте, друзья! Сейчас начнем фильтрацию. Позвольте представиться, гранд-фильтрацион мастер высшего разряда. По 300-литровым бачкам. Оп! Но. Где бубу? О, пошла волна, пошла. О, красота. Не сильно, но обильно. Вот цвет какой красивый получился. Отварили мы ее. Пахнет хорошо, цвет красивый. Немножко мутнявенький, но она сядет. Проверяем плотность. Ну, 12%. 12%. Будет тот самый Жигуль, но немножко вкуснее. Но это не точно. Мягкая какая горечь. Все-таки жатецкий, да, классный хмель. Будет Анна. Ну, цвет уже практически, да? Ага. Оно. По цвету оно. Вот, а кто-нибудь видел печень у пива? Вот такая вот. Вот это белок мощнейший. Просто мощнейший. Все было у нас идеально. Идеальная pH, идеальная изоэлектрическая точка, коагуляция белково-дубильных комплексов в белковые конгломераты. Да что ты, черт побери, такое несешь? Все вообще правильно. Отобрали. Вот такой у нас есть эксперт. Лаб-эксперт. Будем разбраживать наши дрожжики. Вот взял 34 на 70, 3 пакетика, я их расфасовал. Короче, завтра варим вторую варку, добиваем ЦКТ полностью и вливаем туда эти дрожжи, уже разброженные, уже живые. Прошла фантастическая ночь. Наши дрожжи воспряли духом, не только дрожжи. Вчера под вечер такая уже... Видно было, что и мы... пожеванные жизнью, а с утра ничего, так кофеек и
Тран-тан-тан. Класс. Жизнь бурлит. Заливаем быстрее. Это, кстати, надуксусная кислота, разведенная в концентрации где-то 0,5-0,6%. Уксусом пахнет. Ну и переливаем наших малышей, так сказать, даем им путевку в жизнь. Так. Крышечку забирай. Пенку обязательно, там самые активные дрожжи. Все. Красота. Засев произошел. Можно сказать, осеменение. Ну что, наконец-то наша жигулевская промышленных масштабах. Каких там промышленных? Да, здрасте. Промышленные это масштабы, что ты начинаешь? Ну, будем считать в заводских условиях. Чуть-чуть больше варочник, но главное повторение рецепта. Чуть-чуть на сколько? На 350 литров? Нет, на 250. Где-то так. Ну, тут главное повторить рецепт. Специально котел заказывали отварочный под это дело. Так что под Жигулевское. Да. Именно под Жигулевское. Ну что, заценим. Ты знаешь, я тебе отвечу да. Ну отлично. Нету бугельной пробки, но ничего. И так сойдет. Да. Ну что, а? Цвет отличный, а запах тот самый, вот прямо, ну прямо вот, прямо оно. Перенос, да. Что мы забыли под... Словить. Под жигуля? Леща! Ага, леща. Не трогать, а то леща. Тоже леща поймаешь. А то в прошлый раз как это. Леща не словили, а кто-то словил. Окунек с икрой. Где ты это все наловил? Ага, места знать надо. И что у нас? Тараночка. Хорош, душевно. Да. Ну что, за тебя. И за тебя. Я тебе говорю, москвич, поди сювел-то, ёпта. 412? Да. Возьми. А я Жигуль хочу взять. Правда, 800-й на очереди. 800-й? Да. Вот такая вот херня. Нелегко тебе слышать, что я тебе скажу. А Михалыч, зараза, вместо меня в лес, понял, в очередь? Ну? Да, к паркому зашел. А ты запаслял? Скотина. Жаба. Ну ладно. А Жигуль хорош. Ну, пока не испортился, да? О нет, мне еще на работу. Мне еще на работу. Витя, мне еще на работу. Ты знаешь, чем это заканчивается постоянно.
Ну, а я чуть-чуть. Тебе там можно, если не выходной. Да. Суббота. Ага. Можно. Сейчас. Так. Ага. На. Закусите. Закусите. Это рамка. Смотри какая. Жаба был всегда. Не хотела тебе давать, но. На. Сколько тебя знаю, жаба всегда. До сих пор жаба? Да. Скотина. Фантастно. Ну и ладно. Футбол. На. И деньги были. Ну, с рыбой сразу вообще все по-другому становится. Ну, нельзя так. Жигуль и рыба. Это как две горы вместе, которые образуют... Куда-то меня понесло. Слышал бы тебя имя сейчас. Да. Хороший ум. Да. Ну, с бочки лучше всегда, да? Ну так, а это откуда? С бочки. А с бочки? Чего он дальше не учился? Он профессором бы стал бы. Ну а что? Профессор. А то теперь мастер на работе. Знаешь, сколько его... разряд? Профессора, шестой. Шестой разряд? Да. Ну, кто ее? Знаешь, сколько эти инженерички получают? 120, а я 300. Хо-хо. А то думал. Ну, ты кто там? Меня звали, да. Говорит, пойдем инженером там будешь. По лестнице пошел. Да. А? А? Нахрен это инженеры, инженеры. А у тебя четко. Рабочий класс всегда должен зарабатывать больше. Это да. Не понимаю, руководство. Плесни-ка еще немножечко. Это легко. Торопишься ты? Куда? Ну тебе же что, телефон поставили же? У нас еще до нас дотянули еще. В очереди стоял 3 года. Заплатил комиссионные там. Поставили телефон. Звонить, правда, некому. Слепуся так еще не поставили. Так и не поставили. Давай, до связи. Виктора, говорит, подключаем. Ну там очередь большая. Очередь большая, приходится выстаивать, денег много просят. В принципе, поставили, а зачем он нужен, непонятно. Черт его знает, зато как да. У всех. Кому звонить? Ну, у знакомых там, может, у троих только есть телефон. Ну, ничего, я думаю, техника будет развиваться. Ты думаешь? Да. Алло? Да, я. Да, поставил. Ну, на какую работу? Не, Михалыч, у меня сегодня выходной. Не. Михалыч, мы уже с Игорьком сидим, уже 3 литра Жигуля. Ну, не буду скрывать, еще 0,5 литра. Ну как без ерша тут? Ну ты ж мужик, сам понимаешь, ну как? Да. Ну лады. Лады. Все, давай, да, в понедельник буду, давай. Зараза, вот для чего он нужен, а? Ты я понял? Техника, я тебе скажу, конечно, сильная. На работу выходной вызывает. Ну ты ж незаменим мужик-то. Да понятно, ну и что теперь? Нахер. К черту технику. О. Хорошо. Как, вся жизнь аж пронеслась, да? Ну, такое да. Знаешь, как параллельные миры. А
бокалы-то старые остались. Так что, было, что ли? Было. И прошло. Жрать-то хочется. Посерьезнее? Ну да. Рыбка хорошо, рыбка идеально, но что-то бы грызануть. Так что, надо звонить. Доставочка «Хмельной двор». Кстати, что там у нас в «Хмельном дворе»? Да, а я уже... Все идеально. Да, ну, как бы, закуски самые-самые, фиг найдешь. Ну, так... Благодаря нашему другу Владимиру с мясным фабрикантом. Да. Он же мясной фабрикант, он же Владимир. Да. Ну, потрясающие штучки приносят. Извини. Ну, так, может, попробуем? Да легко. Давай, тащи. Это что у нас? Это у нас говядина. Говядина. Чипсы говядина. Чипсы говядина. Это у нас свинозавр. Свинозавр хтонический. Ух ты, колбаски какие интересные. Семечко жареное. Чищенное. Чищенное в пиве темном и соевом соусе обжаренное. Хитяра продаж. Да ты че? Ну и шедевр. Сушеная креветочка, попробуешь. Сушеная креветочка? Попробуем. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Шняшка, да? Класс. Вован жжет. Вован. Идеальненько. Не хуже рыбы, но еще без костей. Да. Специи, класс. Остренькая такая. Специи просто нюхать можно. Такой жирненький, знаешь, очень хорошо. За тебя. За тебя. Вон. Семечки, которые в соевом соусе. Соевый соус, темное пиво, все это обжаривается в куче. Ребята, да свой рецепт не выдают. Сильненькая штучка, да? Ты давай креветку пробуем. Класс, подожди. Ты только ее возьми, сейчас сразу вопрос. А Игорь, а как ее есть? А я тебе сейчас вот так вот, сразу так вот. Игорь готов. Игорь готов. Прямо так. Прям сразу хитином. С хитином жрать. Ха. Так он не чувствуется вообще. Да? Да, сударь. Прикольно. Прикольная штучка. Вообще, слышишь? Люди берут 100 грамм, и 100 грамм получается, я тебе скажу, нехило. Я на всю компанию 100 грамм с головой. Прикольно. Шедевр. Очень прикольно. Мы тоже сначала такой, мы когда такое заказывали, говорят, ребята, говорят, а как их есть? Я говорю, как чистить? Говорят, так нет, говорят, сразу ешьте, говорят, сразу грызите. А если вот так, семечками? Ну это ассорти, мы еще не запускали. Лишь пивека. Ты говядину ел? Да. Хорошо? Что лучше понравилось? Да блин, все идеально. Хорошо все? Ну все. У меня слов нету. Со специями не перебор? Не, идеально. Ну что? Я. Попробуем заводское пиво, магазинное пиво сравнить. Хочешь «Жигуля» сравнить? Ну не да. Прошу. Ну с да. Того времени не поменялось ли оно? Ну, посмотрим. Ну давай. Наливай нашего. К нам. К нам наливай. А сюда будем наливать? А сюда будем наливать. Да не вопрос. И будем сравнивать. Отлично. Ну, понеслась. Так. Первый «Жигуль». Сейчас. Ну. Как удачно я к тебе зашел. Сравним. Ну, давай. Много не надо. Пена-шикардос. Пена-класс. Цвет вообще идеальный. Прозрачный янтарь. Да.
даже сравнить, да, так. Тут вообще фильтрованное такое, янтарное, с апресценцией. Ну, сейчас. Я думал нюхать, а я понял, что не стоит даже нюхать. Кукурузная похлебка, да? Даже нельзя слово говорить, это. Ребята, как ты там в первом видео? Ну, ребята. Топку вылетать не буду. Вообще, ДМС такой вообще, диметилсульфид. Как будто ты так помоешь. Их вообще с мылом надо мыть, чтобы... Капец, капец. Просто, блин, попкорн. Вареный попкорн. Жареный, а потом вареный. Фу, жестяк. У тебя их много вообще, душа, скажи. А то я сегодня буду... Первый пошел. Второе. Пена, как всегда, шикардос. Пена шикарная. Ну, немножко, да? Еще более прозрачный. Свет более янтарный такой. Да ну и... Получается, еще светлее. Больше на пилтнер похож. Ну да, сейчас. Ну такая же херня, блин, слышишь? Абсолютно такая же. Давай хотя бы ради прикол попробуем, я не знаю. Ну ты хочешь кукурузную похлебку попробовать? Я давно уже просто не пил. Можешь не говорить ничего. Нет. No, nine, nine, please, God, nine. Давай, третий номер. Я больше не хочу. Не будем заниматься этим словом. Ну попробуем, давай. Блин, слышишь? Два броска просто. Диметилсульфид аж зашкаливает. Ну класс, вообще пена. Более темненький вариант. Да. Да. Вот цвет. Цвет более, да? Похожий. Угу. Похожий цвет. Ну и фильтрованная, конечно. Да что такое, блин? Что такое вообще? Я здесь ни при чем сразу. С одной бочки, что ли, разливали? Я что-то не. Ну вообще. Просто вот это, бондюэль. Ну ты пробуй. Открываешь, да не хочу. Ну открываешь, блин, вот эту консервированную кукурузу. Вот, бондюэль. Тоже хотел вспомнить какой-то мотив. Не. Ну блин, ну блин. Ну все, давай больше не заниматься этим. Последняя осталась. Да какую последняя? Ну последняя, ну куда ее? Давай попробуем последнюю. Я понимаю, что за вот день не надо. Бляха-муха, вообще жесть. Бэтмен такой. Это как бронебойный. Бронебой! Заряжай! Осколочный капитан, только осколочный остался. Фугасный, да. Ну не знаю, что это такое. Пена похуже. Цвет хороший. Цвет, кстати, да.
Даже такой с мутничком. Да, да, да. Прямо, прямо, да? Ну, прям в один в один. Одинаковый. Мы нашли. Ну, пока вроде ничего. Блин! Да что такое? Что такое? Блин, они что, кукурузу варят? Не заблюй раковину! Смотри, моя шея, я отмою. Это жесть. Да, это жесть. Жесть. У меня нет слов. Все, у меня больше нету ничего. Все, больше. Хватит. Значит, приходит клиент. Очень хороший человек. Зовут Вадим. Угу. Говорит, с женой Жигулевская наша пьют. Как-то праздник у них был. Жигулевская наша закончилась. Угу. Но праздник продолжается. Пошли в магазин. Пошли в магазин. Не буду рекламировать, что взяли. Взяли Жигулевская. И жена говорит. Черт возьми, неужели я этот шампунь постоянно пила? Ну, короче говоря, праздник на этом закончился. Жесть. И все-таки, чтобы не портить себе впечатление о том, как был праздник начат, они не стали уже больше ничего покупать. Блин, все образцы с ДМС. Все. Все с диметилсульфидом. Вообще какая-то вареная кукуруза, вареная капуста. У меня нет слов. Просто... Жесть жесткая. Шикардос. Настолько летний такой. Просто. Литрами можно. 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 Компания пока что на первом месте. 19 литров на 4 человека. 19 литров на 4 человека. Игорьку привет, если что. Если этот человек меня смотрит. Игорь и Костя, привет. Ребят, ну, молодцы. Так весь прикол, что потом же не болеешь. Не, пришли, еще 4 литра взяли. На следующий. Еще утро. Бодрячком. Да. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо нам. Мы будем продолжать дегустацию. Да. У нас много еще интересного. У нас есть чего.